Αν είναι η αλήθεια που λέμε. Και μας πάμε τα δικά. Αλλά μπορούμε να κάνουμε. Αλλά δεν κάνουμε γιατί. Стоят. Сейчас посмотрим, как у нас по количеству. Мы планировали одним вагоном, но может быть больше, чем вас. Ну, захочется. У нас выбора нет. Пусть едут случайные, счастливые первые пассажиры. Может быть и такое. Да, хотели, чтобы на автозавод, да, уедут на стрелку. С силовыми кабелями решили вас? Из 6 кабелей 4 заведено, имеет двойное резервное питание. Если бы хотя бы хоть одну фотографию. Пятый кабель. Живем где? Привет. Дело в основном. Фотографии. Яму закопали. Кому не придет в голову, что у вас нет фотографии? Закопали. Шаров там. Сделали. Недоработку. Шаров был пустой. Успел. Стрельнул. Три дня искали обратно. Клали-то несколько лет назад. Мы идем 12.52, сейчас подаю 12.53, мы на станции, сейчас присаживаемся, но я думаю, что мы постараемся. Ну, идем пока по графику, слышим, но вы знаете, что график? Парке Стрелка, парке Ищевского, Озера, стадиону.
пройдешь, пройдет. На платформе будет целый подход. А куда пошли-то? Пойдем, пойдем. Это жизнь.
России. Я выжил его долго, с праздником. Сегодня замечательный день. Наш город получает еще новую станцию метро. Замечательный подарок, замечательному празднику. И то, как и вы, метро строится, потому что здесь большинство присутствующих имеют непосредственное отношение к строительству, понимают, насколько, с одной стороны, сложно, с другой стороны, важно завершить работу добросовестно в качестве лицов. Если спросить жителей нашей страны, какие у них ассоциации с словом «стрелка», будут очень разные ответы. От железнодорожных различных ассоциаций до «стрелок часов», у них дорожные условия, это деление «Оки и Волги», то теперь это еще это станция метро, а у тех, кто непосредственно строил станцию, конечно, это будет первое воспоминание о качественном сделанном деле, о творении, достигнутом. От ощущения того, что теперь многие жители, многие люди будут пользоваться этим замечательным элементом инфраструктуры, жизнь станет комфортнее, они будут радоваться этому. И от этого у нас у всех, кто имеет отношение к этому проекту, будет теплее в душе. Дорогие друзья, я вас поздравляю с этим замечательным событием. И поверьте, мы не должны на этом останавливаться, мы должны и дальше развивать Нижегородский метрополитен, потому что наш город достоин разветвленной развитой сети подземной. Процветание вам всем, успехов в дальнейших делах. Ура! Поздравляю вас с открытием станции метро «Стрелка». Спасибо за субтитры Сергею Сергеевичу. Уважаемый Виктор Сергеевич, я знаю, здесь очень много метростроителей, поэтому уважаемые метростроители, которые все трудились над тем, что сегодня мы видим, как колоссальный результат. Дорогие нижегородцы, нашему метро в этом году исполняется 33 года. Что такое 33 года для метро? Это на самом деле очень молодой метро. Но 33 года – это очень большой срок для жизни каждого человека. Если посмотреть на историю, то в 2012 году была открыта станция Нижегородская, в Нижегородском районе Горьковская. И это был перерыв 10 лет, прежде чем была открыта эта станция. Сейчас прошло 6 лет, и в 2018 году мы открываем станцию «Стрелка». Почему это так сложно? В первую очередь, это, конечно же, труд тысяч людей, которые работали, чтобы сегодня открыть эту станцию. Сложный вопрос, конечно же, стоимости. Одна станция «Стрелка» на сегодня день примерно равняется доходу всего городского бюджета за год. Можно ли построить такую станцию в одиночку? Никогда. Поэтому, в первую очередь, это колоссальная командная работа правительства Российской Федерации, губернатора, метростроителей. Виктор Сергеевич, отдельно хотел бы сказать, знаю, сколько вы нервов и сил потратили для того, чтобы мы сегодня здесь стояли и открывали эту станцию. Только командная работа позволила построить и сделать такой колоссальный результат. Мы очень часто не знаем, на самом деле, что происходит в невидимой работе под землей. Что такое работа под землей? Это колоссальная ответственность. Это компетенция, это специальная подготовка. Очень легко может быть казаться, что вот он срок, и в этот срок метро должно быть построено. Но только те люди, которые спускаются под землю, на самом деле знают, с какими сложностями им приходится столкнуться. Но сегодня огромный праздник, огромное событие, потому что за 6 лет открыть еще одну станцию – это большое достижение для Сургута. Нашим поездам добрый путь, а Нижегородскому метро и нижегородцам – новых станций. Поздравляю всех с огромным праздником. Генеральному директору ООО «Строительная компания» управления строительством 620 Костенко Владиславу Анатольевичу. Дорогие коллеги, друзья, хочу поблагодарить. Спасибо, что совместными усилиями построили станционную область. И хотелось бы поблагодарить всех жителей Нижнего Новгорода с Днем России, вручить губернатору Никитину Владимиру Сергеевичу благодарственное письмо. Спасибо вам, что откликнулись и помогаете. Хотел благодарственное письмо, которое было очень много Владимиру Александровичу. Спасибо вам большое за поддержку. Ну и, коллеги, по традиции метрополитена хотелось бы ключ передать по станции метро «Стрелка» метрополитену. Вот такой ключ у нас получился.
всех с праздником! И завершается торжественное событие самого директора муниципального предприятия города Нижнего Новгорода Нижегородского метро Явшина Олега Анатольевича. Ну, я думаю, много говорить уже не надо. Самое главное доказано делом. Строители доказали, великолепную станцию городу подарили. Теперь наша забота, чтобы сохранять ее и развивать дальше. Я думаю, метрополитен от всего коллектива Зумя не подведет. Ура! Добрый путь! Конечно, мы просим всего памятные фотографии, друзья. Это история, которую мы сегодня решим вместе с вами. Ваши аплодисменты. Мы это сделали. Ура! Коллеги, на подход. Пошли за мной. Леб Сергеевич, уходите, пожалуйста. Леб Сергеевич, пойдем к Леберу.